Грозным, добрый вечер. Добрый вечер, Иван. Как ты? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Я очень рад тебя слышать. Ну, голос живого человека. Спасибо. Нет. Спасибо огромное, что не бросили. Спасибо. Мы не бросаем наших, ты что, о чем ты? Мне нужен день-два восстановиться, после этого готов выполнять любую вашу команду, чтобы День Победы наш наступил значительно скорее. И Мелитополь вернулся, украинский флаг, который не сняли, пока меня посадили. 100%. Ну, 2 дня мы тебе не обещаем, Вань. Хорошо. Ты молодой хлопец, за 1 день восстановишься. Мы очень счастливы, что тебя забрали. Очень счастлив. Не удается пока всех забрать, блокируют они бессовестные, как ты их назвал, ну, вот этим словом, в общем, ну мы поняли. Я прошу прощения. Нет, нормально, вырвалось на... Смотри, я тебя полностью поддерживаю, просто не все могу себе позволить. Я рад, что ты голос живой, это самое главное.